Всем доброе утро. У нас 6 утра, и мы сегодня наконец-то в тренажерном зале. Вот, видите, ровно 6. Попозже, потому что на прогулку сегодня не пойдем с Рэдом. Как у меня с ними шагами будет, тоже не знаю. А вот Андрей присутствует. Потому что у нас сегодня дождь, и даже нарисован снег. Что у нас тут? Мокро. Холодно. Сейчас, по-моему, 30 с чем-то градусов по Фаренгейту всего. Так что гулять мы не будем, потому что мокро. Там глина на поле. Вот. И дождь в течение всего дня. Ну, в общем, сейчас потренируемся, а дальше посмотрим, как будет. Все, вон у нас 6:50. Закончили тренировку. Ну, уже немножко раньше закончили. Андрей уже сбежал, я тут растяжку делала. В общем, тренировка домашняя. Силовую мы пропустили вчера. Домашняя — это табата, 4 круга. В общем, упражнение делается 20 секунд, потом 10 секунд отдыха. Вот. И как бы идет приседание 20 секунд, 10 секунд отдыха. Первое упражнение 20 секунд, 10 секунд отдыха, потом опять приседание. Ну, вообще скакалка, но если нет скакалки или не можешь делать скакалку, то вот тогда это приседание вместо скакалки. И вот 3 упражнения, так получается. Но если считать приседание за упражнение, то получается 6 упражнений по 20 секунд. Между ними 10 секунд отдыха. Вот. И так 4 круга. В принципе, оно довольно быстро, потому что 20 секунд, 30 секунд на упражнение уходит. Мы, наверное, минут за 20 все это сделали, если не быстрее. Вот. И поэтому решили добавить немножко силовых еще. Я тут еще с гантельками, немного на руки, потому что много на ноги в этой табате. Андрей там подтягивался. В общем, потом я растяжку сделала. Ну, в общем, вот так вот. Я тут возле двери стою, там уже светло стало, хочу вам показать погоду. Вот, дождь. По прогнозу сказано, что он еще в снег превратится, может быть, днем. Ну, прохладненько, куколки идут, вам не видно. Так что шаги сегодня мои, похоже, накрылись. Ну, посмотрим, как будет к вечеру после работы, если он превратится в снег, этот дождь, или закончится. Ну, так, чтобы на поле грязь не размыла, я думаю, уже размыла. Ну, может, по дорожкам пойдем с Рэдом погуляем. Посмотрим. Загадывать не буду, потому что внутри на дорожке ходить. Это для меня, я уже не раз говорила, последнее дело. Не хочу. Ну, в крайнем случае. Но все равно 12 тысяч шагов, положенных в день, на ней нахаживать я не буду. А сейчас за табату за эту получилось только 1000 у меня. Вот сейчас, на данный момент. Так, ладно, все, идем в душ. И готовимся к работе. Очередное включение у нас 6:06 вечера. Сегодня до 6 есть нельзя. Так что мы еще не ели. Ну, в смысле, основного приема пищи не было. Я говорю мы, потому что Андрей со мной все еще держится. Вот, сейчас бежит взвешиваться до того, как поел. Говорит, похудел или нет. Вот, но мы уже открылись. Открылись — это такой термин. Кто не знает, это вот первый легкий прием пищи, чтобы желудок заработал. То есть сыр. Сыра съели чуть-чуть и буквально вот столько вот авокадо. То есть мы тут его почистили и на двоих съели половинку авокадо. Вот. Сейчас готовим ужин. Будет готов, наверное, минут через 20 и будем ужинать. Итак, вот мой сегодняшний ужин. У Андрея, в принципе, то же самое. Курица в эрфраере приготовленные. Огурцы вы решили салат просто не резать, а то их там доставать неудобно. Ну, салат тут шпинат, укроп, авокадо, помидоры, перец, это брынза, соль, черный перец. Ну, в общем, вот. Будем кушать. Так, теперь десерт. Ягода, киви, шоколад. Ну, как обычно, в общем. По шагам сегодня, да, делаю уже сразу отчет, буду завершать на этом видео. По шагам сегодня провал из-за плохой погоды, гулять ни разу не ходили. Лицо там каша. Вот 8:30 и всего 3248 шагов. Ну, как-то так сегодня.